Неподалеку на пляже песчаные крабы-барботеры с удивительной скоростью реконструируют берег. Они очень маленькие, размером с горошину. Они молниеносно фильтруют песок, проглатывая приливную воду и оставляя органические вещества в песке. Отфильтрованные песчаные шарики откладываются в сторону, но это не означает, что они не нужны. Их необходимо правильно расставить вокруг норки, чтобы оставить беспрепятственный проход, так как это очень важно. Для охоты тоже нужен подходящий момент. Скорость определит, кто выживет, а кто нет. Песчаные крабы-барботеры – прирожденные мастера быстрых передвижений. Перед лицом более ловкой добычи некоторые птицы часто оказываются бессильны. За несколько часов отлива крабы-барботеры могут отфильтровать весь песок на этом пляже, а затем спрятаться в норку, чтобы дождаться в ней следующего прилива и отлива.